Рассказ «Домашнее задание». Закончились уроки, и Артемка шел домой. Он аккуратно обходил лужи, здоровался со знакомыми и незнакомыми взрослыми и о чем-то сосредоточенно думал. А подумать было над чем. Чтобы выстоять, ему сегодня понадобится и сила воли, и терпения. Дома никого не было. Артемка поел и сел за уроки. Хлопнула входная дверь. Эта бабушка пришла из магазина. Артемка выскочил ей навстречу. «Бабуля, здравствуй, давай я тебе помогу!» Он схватил тяжелую сумку и поволок ее на кухню. Бабушка от неожиданности присела на табурет. «Что это с его внучком случилось? Ведь раньше не добросишься ж сумку до кухни донести!» «Набедокурил, наверное». Бабушка тихонько прошла в комнату, огляделась, все стояло на своих местах. Она заглянула в помойное ведро, надеясь увидеть там осколки ее любимой чашки. Нет, там было пусто. Посмотрела цветы на подоконнике. Вдруг сорванец веточку отломал. Нет, все в порядке. В это время в комнату вбежал Артемка. «Бабуль, ты тапочки забыла надеть. Давай я тебе помогу». «Ты же старенькая». Бабушке совсем плохо стало. Она срочно стала искать сердечные капли. В это время пришел с работы отец. Он долго не мог понять бабушкины ахи и охи, а потом внимательно посмотрел на Артемку и строго спросил. «По какому предмету схлопотал двойку?» «Что ты, папочка, я даже четверку получил по математике!» Отец удивился. Он уже забыл, когда сын так ласково с ним разговаривал. Ведь он частенько огрызался на замечания, показывая свой характер, и поэтому скомандовал Артемке. «Неси дневник!» Но в дневнике и правда красовалась четверка, а Артемка все больше мрачнел. Вскоре пришли мама и Артемкина младшая сестренка Оля. Артемка подбежал к сестренке. «Оля, пойдем поиграем, пожалуйста!» Но Оля с опаской покосилась на брата и спряталась за спину матери. Да и мама забеспокоилась. Она подошла к сыну и потрогала лоб. Лоб был теплый, температуры явно не было. Но что-то с сыном было не то. В это время бабушка позвала всех к столу. За столом Артемка поразил всех своей вежливостью. Слова «спасибо», «пожалуйста», «будьте так любезны» сыпались из него, как из рога изобилия. Родители, начавшие вначале так оживленно обсуждать прошедший день, постепенно замолчали, подозрительно глядя на сына. Чувствовалось, что Артемке не по себе. В конце концов он буркнул «спасибо» и убежал в свою комнату. Сестренка, поняв, что сегодня брат ее бежать не собирается, побежала к нему. «Артем, почитай мне книжку!» Но у Артема не было никакого желания заниматься сестрой. Но и отогнать ее от себя он тоже не мог. Он промолчал, посмотрел на часы и вздохнул. Но сестра не унималась. Она тормошила его и конючила. «Ну, почитай! Иди поиграй, пожалуйста, ты же умница!» «Не хочу!» Артемка открыл книжку, опять покосился на часы, опять вздохнул. Олечка ждала, потом начала плакать. Артемка, растягивая каждое слово, стал читать. «Жили-были, жили-были», потом еще раз глянул на часы и захлопнул книжку. «Все, иди спать», и стал выпихивать сестру из комнаты. Олечка от неожиданности еще громче заплакала, а Артем кричал. «Все, не лезь ко мне, надоело!» На шум прибежали родители. Мама покачала укоризненно головой, взяла дочь на руки, а отец хмуро произнес. «Да, я снова узнаю своего сына. Жаль!» И вышел из комнаты. «Какая муха укусила нашего Артема?» А было все очень просто. Сегодня у них в классе была тема урока «Легко ли быть вежливым?» И учительница напоследок задала домашнее задание. «Весь день быть вежливым и предупредительным, а завтра все должны были рассказать, как прошел день». Артемка смог. Продержался аж до 9 часов вечера. И теперь можно расслабиться.